отдыхать. Я устал и есть хочу. Потерпи, осталось немножко. Почему нельзя здесь перейти? Бабушкин дом совсем рядом. Обед остывает, вкусный. Ну, не знаю. Помнишь, что мама говорила про переходы? Нет, забыл. Шарик! Костя, смотри, это железный Макс. Ваша мама говорила, что переходить железную дорогу можно только в специальных местах. По мосту, на светофоре или по подземному переходу. Поезд тяжелый и едет быстро. Чтобы затормозить, ему нужно время. Запомнили? Да, теперь запомнили. Ребята, переходите пути только в разрешенных местах. ОАО РЖД заботится о вас и просит соблюдать простые, но очень важные правила безопасности.